очень много слышно зарубежную речь в радиоперехватах. Да и парни наши, герои, которые прыгают в окопы, во вражеские, очень много слышат зарубежной речи. Такой, как поляки, вот, немцы, иногда даже говорят, слышали французскую речь, очень похоже было. Вот. Ну и, естественно, английский язык преобладает. Вот. Но ничего, победа будет за нами. Парни молодцы, бьются.